Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами прогуливаемся по северной стороне города федерального значения Севастополь, полуостров Крым, Россия. Сейчас находимся в окрестностях пляжа Учкуевка. Скоро будет закат. Дорогие друзья, всем приятного просмотра. Обязательно подписывайтесь на наш канал и пишите ваши комментарии. Вот такие окрестности. Здесь видим пляж турбаза Макроусова перед нами. Сверху смотрим на него. Туда дальше основная часть пляжа Учкуевка. Далее, вдали видим мыс Толстый. Вот он, там пляж Толстяк, микрорайон Радиогорка. А еще дальше, вон там вдали, это уже южная сторона города Севастополя. Там Казачья и Камышовая бухты. И вот такие чудесные виды, друзья. Полюбуемся. Просто без лишних слов. Чудесная погодка. Сейчас уже начало сентября, но в Крыму, на юге, как и в Сочи, сентябрь — это летний месяц, по сути. Иногда бывают годы, что в начале сентября приходит шторм, и тогда холодная вода из глубин смешивается с теплой, тогда уже, ну, некомфортно купаться. А на данный момент температура воды плюс 27 градусов, друзья. Теплейшая вода. Ну, на солнце, на воздухе днем 30, а на солнце, вот, ну, не в тени, наверное, и более того, может быть, под 33. Сейчас, конечно, уже температура начинает понемножку спадать. Ночи уже не такие душные, как были в августе. Но все равно это еще тепло. Еще комфортно, немало народу, то есть в Севастополе, в Крыму обычно, если вот не приходят шторма в начале сентября, то можно купаться до начала октября, даже в октябре еще бывает теплая вода, обычно так. Вот, друзья, такие виды. Небо вообще без тучек, только вот в ту сторону, вдали, немножко такие облачка. А так вот, чистейшее небо. В ту сторону поселок Любимовка, вот здесь вот, за деревьями. Ну, тут вот набережная идет. Так, ну а мы двигаемся на основную часть пляжа Учкуевка. Вот здесь это домики, это все к турбазе Макроусова относится. Вот такая красота. Вот здесь, кстати, крымская полынь. Вот она. Такой запах у нее тоже эфирный. Отличается, конечно, от запаха лаванды, но тоже такой приятный. Ну, кто знает запах полынь, тот поймет, о чем я говорю. Вот это крымская полынь. От уральской она отличается. Но тоже полынь. Вот прямо здесь, на берегу. Так, ну идем уже, спускаемся вниз и пройдемся вот так вот вдоль пляжа турбаза Макроусова и вот туда, на Учкуевку. А сам парк Учкуевка вот туда чуть выше. Там снимал я уже неоднократно. На канале есть видео, друзья, можете посмотреть. В конце этого ролика оставлю окошко, на него можно будет нажать и посмотреть те наши прогулки. Трава, конечно, здесь желтая. Там, где поливают или в тенечке, там зеленая вполне. Вот, например, вот даже вот на противоположной стороне на этой тропинке. А здесь вот такие вот желтые травы.
сухие, ну, сено, по сути. Там пляжный волейбол играют на самом пляже. Так, сейчас можно спуститься здесь. Вот весь пляж турбазы Мокроусова виден отсюда, как на ладони. А вот эти домики, относящиеся к турбазе. Идем мы вот оттуда, вот от этого дерева сверху. Спускаемся. А вот уже, собственно говоря, пляж турбазы Мокроусова. Пляжная зона, здесь вот лежаки, шезлонги и прочее. Там дальше корпуса турбазы, в том числе домики разнообразные. Здесь кафе. Так, ну и вот оглянемся по кругу здесь. Здесь и травка, и песочек. Вот он, пляжный волейбол. Закат. Ну а мы двигаемся вперед. Вот, друзья, выходим на эту набережную. Ну, по сути, здесь просто такая. Здесь грунтовка, там вот асфальтирована дорожка. Ну и вот с этой стороны пляж турбазы Мокроусова. Спасательный пост вот виден с флагом. Ну, конечно, официальный пляж. Поэтому все есть, и переодевалки, и навесы, скамеечки, лавочки. Здесь вот эти деревья, айланд называется, айланты. Так, вот видны отсюда домики, это вот несколько лет назад их построили. Это самые новые. Ну, относящиеся к турбазе Мокроусова. СОК, спортивно-оздоровительный комплекс турбазы Мокроусова, сокращенно СОК. СОК. Вон чайки. Так, сейчас будем подниматься снова наверх. Там за деревом будет уже основная часть Учкуевки. Пляж Учкуевка. Так, здесь вот раньше была горка. Ну, для детей скатываешься в бассейн, плюхаешься. Вот. В этом году что-то ее нет. Вот оглянемся. С этой стороны идем мы вот оттуда. Вот там вот дерево. Туда дальше, за бугром, уже поселок Любимовка. Ну а мы сейчас находимся на пляже турбазы Мокроусова. Дальше уже основная часть Учкуевки идет. Город федерального значения Севастополь. Россия, полуостров Крым. Так, вот сейчас по этой дорожке туда наверх. Вот такой пляж турбазы Мокроусова. Автомобильные номера из различных регионов. Люди приехали. Автомобильные номера, в смысле, разные. А туда вот дальше домики уже там идут. У кого дачи, у кого всякие коттеджи, у кого там частные гостиницы, мини-отели. Все это летом сдается. Ну, не все, но многое сдается летом по разнообразным ценам. Так вот, отсюда тоже видно закат. Вот красиво. Уже скоро будет садиться солнце. За море. За море. О, там вот кто-то с палаткой. Вон. Ну а что? Ночи еще вполне теплые. Уже не такие душные, как были в июле, в августе. Сейчас сентябрь, начало сентября. Комфортно. Пока еще не холодно, не прохладно. Ну а днем жарко. Вот такие виды отсюда. Вот оглянемся с этой стороны на турбазу Мокроусова. Вот старое здание, вот этой лесенкой. Вот и там вот эти домики. Вот эти самые новые.
это все относится к турбазе Макроусова. А мы идем вот оттуда, вот оттуда. Так, ну и вот выходим на основную часть пляжа Учкуевка. Здесь вот яркий берег идет, это база отдыха. Отсюда посмотрим. Здесь вот тоже автомобили стоят. Ну, это люди приезжают купаться. Ну и вот основная часть пляжа Учкуевка. Вот здесь вот начинается. Вот здесь вот самый центр, считай, Учкуевки. Дальше вот идет мыс Толстый. Там пляж Толстяк, микрорайон Радиогорка. Дальше он уже идет, южная часть города федерального значения Севастополь. Там Казачьи и Камышовые бухты. Ну а дальше вот открытое море. Скоро будет заходить солнце. Просто полюбуемся сейчас. Красота. Ну что же, идем дальше. Вот здесь полно машин из разных регионов стоят. Так. Уже скоро, через несколько минут будет садиться. За море, солнышко. Сентябрьский закат в Севастополе. Черное море, Россия. Остров Крым. Ну а мы двигаемся потихоньку дальше, ближе к центральной части пляжа Учкуевка. Сегодня, кстати, друзья, воскресенье. Днем на пляже немало народу было, много. И на Учкуевке, и в Любимовке. Я был сегодня в Любимовке, но там сегодня не снимал. Как-то даже не думал сегодня. А сейчас вот вечером искупался. И вдохновение нахлынуло. Решил вам тоже посредством камеры хотя бы немного передать эту красоту. Сейчас буквально несколько минут, и солнышко зайдет за Черное море. Да вон еще полно народу на основной части пляжа. Ну, как я уже сказал, сентябрь в Крыму это как летний месяц. Днем по 30 градусов обычно. Ночи теплые. Идем здесь вдоль берега и заодно снимаем, полюбуемся красотой. Вон народ тоже стоит, фоткают, снимают. Ну я, насколько возможно, посредством камеры передам вам, друзья. Все, сейчас будет скрываться. Сегодня, видимо, не за самое море, а там вот на горизонте тучки, за тучкой, как говорится. Но здесь на видео все равно видно, как за самое море. Там вот над самым горизонтом то ли облачность, то ли тучка. Солнце за них сейчас скроется. Вот. Буквально последние секунды сегодняшнего заката сентябрьского в Крыму, в Севастополе, в России. Вот все. Скрылось. Последние лучики.
Сейчас скоро будет темнеть. Время сейчас 19:17 по Москве. В Уфе, значит, 21:17 на данный момент. Просто полюбуемся. Послушаем шум волн. Вот это дерево, у него тоже часто снимал. Все, лучики сейчас будут последние исчезать на сегодня. Народ потихоньку потянулся с пляжа. А мы идем дальше. Так, вот это дерево. Еще немножко светит вам солнышко. Тучки. Ну, потому что оно еще не до конца село там, оно село за тучки, а за горизонт еще не село до конца. Отблески такие. Так, вот, друзья, основная часть пляжа Учкуфка, пожалуйста. Вот чуть дальше уже самый центр пляжа. Пока еще светло, можно поснимать. Пока что-то видно. Вот оглянемся сзади. Яркий берег, это база отдыха. Там и столовая даже есть. Сейчас смотрел. Ну, тут всякие кафешки, барчики и прочее. Вот она, вечерняя Учкуфка. Сентябрьская, начало сентября. Пока еще полно народу. Бархатный сезон, впереди бабье лето. Идем вдоль берега. А идем вообще вот оттуда, с турбазы Макроусова. Оттуда начались сегодняшние наши съемки. Ну все, солнышко село на сегодня. Сейчас будем выходить уже на набережную Учкуевки. Вон она впереди. Здесь Чебуречная номер один. Ну, название такое. Янтыки. Янтыки — это крымско-татарские чебуреки. Они жарятся без масла, в общем. Потом смазываются уже маслом, когда готовые. Так, отойдем немножко в сторонку. Здесь вот розочки. Красивые такие. Они уже, конечно, подсохли местами, но еще сохранили свою красоту. И запах, аромат чудесный. Так, а вот чуть выше это юбка. Тоже я снимал ее уже. Вверх, который похож на ананас. Такие листья. Она в Краснодаре растет тоже, в Сочи. Так. Ну вот, выходим на Учкуевскую набережную. Сверху сам парк Учкуевка. Здесь вот раньше был бар «Шок». Сейчас здесь сделали типа летний кинотеатр. Там футбол, например, транслируют. Севастопольский футбольный клуб играет.
Сейчас здесь вот что-то показывают, то ли фильмы, то ли что-то, вон народ сидит. Так, а здесь спуск туда вниз, тоже на пляж. Вон. Народ сидит, смотрит. Походу фильма, да? Кино. Так, а вот здесь спуск на пляж. Здесь вот так тоже можно спуститься. Вот такие виды. Там типа пуфики такие, люди сидят на них и вон смотрят. Так, ну вот вышли на основную часть уже. Чуковской набережной. Здесь вон фастфуд. Напитки. Ну и там дальше по набережной полно всяких кафешек, барчиков, ресторанчиков и всяческих заведений. А вот это вот точка, где одни из самых вкусных чебуреков на северной стороне Севастополя, на Чуковке. Здесь вот такая сосенка. И хочу посмотреть с этой стороны, где кино смотрят. Вот здесь такой информационное табло поставили. Чуковка. Там пляжа. Плюс 26 показывает температура сейчас. Это дерево альбиция ринкоранская, красиво. Вот, видно, народ смотрит. Полно народа. Летний кинотеатр, в общем. Так. Вон впереди база отдыха. Яркий берег. А это вот альбиция ринкоранская. Вот так красиво цветет. Такие вот бубенчики. И запах такой приятный, даже его не описать, ну типа как на малину что ли похож немножко, красота. Так, ну а сверху парк Чуковка, сегодня туда не пойдем, там я часто снимал, на канале есть видео, можете смотреть. Мы идем на Чуковку дальше. Вот она, альбиция. Так, посмотрим отсюда сверху. Идем мы вот оттуда, с турбазы Макроусова, друзья. И вот уже дошли до основной части пляжа Чуковка. Город федерального значения, Севастополь, город-герой, город-регион. Остров Крым, Россия. Вот это информационное табло сзади. Россия, Екатеринбург, кстати, производство. Так, ну идем дальше. Так, вот вышли мы на основную часть набережной Чуковки. Подойдем вот сюда на смотровую площадку еще. Отсюда посмотрим на виды. А здесь вот детские всякие эти надувные. Вот здесь это смотровая площадка. И вот, друзья, основная часть пляжа Чуковка. Уже, конечно, сейчас скоро темнеть будет, поэтому не очень четко видно. Но пока еще успею что-то заснять и передать вам, дорогие друзья. Так, ну и выходим. Вот еще отблески заката. Лучики солнца еще светит. Вот она, вечерняя, сентябрьская, начало сентября. Чуковка. Пляж Чуковка. Город Севастополь, Россия. Так, выходим с этой смотровой и пройдемся еще
тому месту, где раньше был Учкуевский пирс, причал. Здесь вот детские все эти надувные и батуты. А мы вот сюда пройдем, сверху посмотрим. Здесь вот спасательный пост. И вот здесь то место, где раньше был Учкуевский пирс, причал. Вот он здесь вот так вот выходил. Давались катера и даже паромы сюда приходили. Паромы, которые могут транспорт перевозить. Это были севастопольские паромы. Ну и вот, друзья, такие виды. Детишки проходят. Ну, дальше здесь идет набережная Чугуевки. Что, друзья, всем большое спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте ваши пальчики вверх, лайки, пишите ваши комментарии. Всем здоровья, счастья, всех благ, которые вам нужны от всей души и от чистого сердца. Так, еще немножко здесь пойду. Так, вот пляж Учкуевка. Вот надпись. И вот здесь вот так вот был пирс, причал, вот отсюда и вот так вот вперед, прямо. Так, вон там детишки прыгают, и здесь тоже для детей полно. Кафешки, всякие заведения здесь также, уже для взрослых. Так, ну вот, центральная часть набережной Учкуевской. Так, здесь вот фонтан, фонтанчик точнее. В этом году он что-то не работает. Вот он. Такой мальчик. Кто это? Бидончик, наверное, или кто? Просто мальчик. Так. Вот это вот деревья, это платаны. У них листья, кстати, на клены похожи. Ну, как у клена, такой же формы листья. Так, ну вот уже свет включается. Здесь различные заведения. Уже начинается вечерняя ночная жизнь Учкуевки. И вот такая красота. Народ гуляет, отдыхает, развлекается. Ну, а то на пляж. Здесь вот некоторые заведения, которые работают круглогодично. Но в основном все только летом работает. Буквально несколько, по-моему, заведений, которые и зимой, и летом, как говорится, работают, и осенью, и весной. Это идем по вечерней Учкуевке. Тир. Народ отдыхает. Так, вот это, по-моему, заведение круглогодично работает. Тоже такие блюда разные. Вот это здесь, кстати, спасательная станция центральная Учкуевка. Здесь дальше вон, коктейли, мороженое, сувениры и все прочее, как нужно. Так, вот оглянемся на набережную Учкуевки. Впереди будет остановка. Автобус 50-й ходит. На нем можно доехать сюда, с площади Захарова, на Учкуевку, ну и с Учкуевки на площадь Захарова. Ну и здесь вот разные заведения тоже. Здесь вот деревянный настил такой.
Так. Здесь тоже выход на пляж. Смотровая площадка в этом году, она занята кафешкой. И здесь вот тоже выход, спуск на пляж. Вон виден мыс Толстый. Такие окрестности. Это мы выходим уже на деревянный настил. Несколько лет назад сделали его. Раньше здесь просто было, ну, плитка, по-моему, или бетон, асфальт. Так, ну и вон впереди уже остановка, там 50-й автобус. В этом году, кстати, в 2023 году, стоимость проезда на нем аж 50 рублей. Полно всяких кафешек, ресторанчиков и прочего. И вон, кстати, вон автобус стоит, 50-й Севастопольский маршрут, и 50 рублей в этом году стоит. Ну и вот здесь парковка, стоянка и вот такие виды. Вот прошли мы всю Тучковскую набережную, друзья. Такие виды. Здесь тоже вот спуск на пляж, и дальше уже подъем туда, наверх, на улицу Челюскинцев. Это можно уехать на площадь Захарова, и там в центр города, ну и вообще из города и куда-нибудь дальше. Ненадолго. Так, здесь тоже спуск. Тоже здесь смотровая, кафешка. Ну вот уже почти темно на камере, по крайней мере. Так, поднимемся. Тоже всякие кафешки, заведения. Вот она, парковка, стоянка. В общем, такое у нас сегодня видео, друзья. Прогулка по Учкуевке и окрестностям, город федерального значения, Севастополь, полуостров Крым, Россия. Друзья, всем спасибо за внимание. Всего самого наилучшего еще раз хочу пожелать.